Максим Галкин записал видеообращение для поклонников спустя несколько дней молчания. Юморист снял себя в ванной израильского арендованного дома, который, по заявлениям Аллы Пугачевой, они вместе с детьми посещают не первый год. Ребят, напоминаю, что вот мой телеграм-канал, на него ссылка. Там я буду публиковать немного другой контент, но пока осваиваюсь, так что подписывайтесь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую, каким-то образом что-то, я думаю, еще будет работать, и вообще считаю, что закрытие соцсетей – это не самое страшное, что сейчас происходит в нашей жизни. Несколько дней назад Алла Пугачева и Максим Галкин сполошили всех своим отъездом. Вместе с детьми они тайно отправились в Израиль. Поползли слухи об эмиграции, однако Примадонна их опровергла. Отпуск и лечение не считаются иммиграцией.